Вот он лед, 20-сантиметровый снизу. Знаете, смотрю, много блогеров сейчас, и один очень такой известный начал немножко подражать Екатерине Александровне. Я не жалуюсь этому, но там говорится, что надо стать лучше всех. Так вот это самая большая ошибка, стремиться к тому, чтобы стать лучше всех. Даже лучше самого себя, и то. Так, уже такой среднячок. На самом деле, самая лучшая цель – это это побороть ложное эго. Вот как раз холодная вода помогает хорошенечко побороть ложное эго. Ложничок, скажем так. Вот. Поэтому очень важно... Поэтому очень важно практиковать холод, начать постепенно, с рук ног, потом включить обливание всего тела, потом постепенно подойти к проруби. Вот. Так что надо не стать лучше всех, вот это вот соревнование, у всех дух соревнования сразу пробуждают. Это большая ложь и ошибка. Нужно практиковать избавление от ложного эго. Вот тогда это истинное исцеление будет души и тела. А тело исцелять без исцеления души бесполезно. На 5 минут.